Друзья, добрый день, мы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас комбайн Don 1500, 2005 года выпуска. Абсолютно в рабочем состоянии, не требует никаких вложений. То есть давайте посмотрим его ближе. Резина передняя, вот одна новая, в идеальнейшем состоянии. Данный комбайн подготовили к уборочной. И в этом году он не убирал, то есть по определенным причинам. Но на данный момент абсолютно готов к уборке. То есть никаких вложений не требует. Жатка 6-метровая. Даже смотрите, все смазано. Все в аккурате, так сказать. Вот, мотовила ровная. Шнек тоже ровненький. Вся электрика, все световые приборы присутствуют. Абсолютно, повторюсь, без вложений. Второе колесо тоже в отличном состоянии. То есть, есть минимальнейшие трещины, даже не глубокие. Наклонные. Он абсолютно чистый. То есть, подготовили и помыли его. Нет никаких мазутных подтеков. Заднее колесо одно абсолютно новое, друзья. Задняя рама без сварки, без трещин. Все в отличном состоянии. Даже может вот эти новые комплектующие стоят. Задняя балка тоже ровненькая, без трещин. Измельчители в отличном состоянии, в рабочем. Вот. Задняя электрика тоже вся на месте. Так, смотрим. Второе колесо заднее тоже в отличнейшем состоянии. Вот таком, друзья, состоянии комбайн. Полностью готов к работе. Шнек выгружной тоже ровненький. Единственное, есть вот замятина. Это уже как борта, грубо говоря. Бункер не гнилой. Посмотрим. Здесь тоже все смазано. Все готово к работе. Вот где бункер, можете посмотреть, у них больные места. Здесь все в отличном состоянии. Друзья, если заинтересовал вас данный комбайн, обращайтесь, звоните, проведем по возможности тест-драйв либо осмотр. Забыл сказать, то есть на данном комбайне 2900 моточасов, наработка тоже, кстати, небольшая. Если заинтересовал, звоните.